Теплица «Автомат» – это теплица плюс автоматический полив плюс автоматическое проветривание, что, несомненно, гарантирует вам прекрасный урожай. Теплица «Автомат» проста и надежна. Она состоит из автоматической системы полива «Аквадуся» и системы проветривания «Дуся Сан». «Аквадуся» поливает из бочки, то есть теплой водой. «Автоматика» поливает растения вечером, то есть максимально нагретой на солнце за день водой. Всю неделю по заданной вами программе. В указанное время сработает пуск, и по системе капельниц вода попадет прямо к корням растений, что гарантирует минимум сорняков в теплице. Подав приблизительно 2 литра воды под каждый куст, полив прекращается. Работает «Аквадуся» от обычных батареек напряжением 1,5 вольта. Не нужно никакого электричества в теплице. Комплекта батареек хватает на целый сезон, до 8 месяцев. Весь полив под ключ находится в одной коробке. Установка «Аквадуси» проста и может быть выполнена самостоятельно. Автомат проветривания «Дуся Сан» открывает и закрывает форточки в вашей теплице при достижении идеальных для роста растений температур. Принцип работы основан на нагревании от солнца жидкости в термоцилиндре. При температуре в теплице около 25 градусов форточка автоматически открывается. Вечером с заходом солнца или при понижении температуры, во время дождя, например, форточка автоматически закрывается. Теперь с теплицей «Автомат» вам достаточно присматривать за своими растениями только по выходным. А в будни за растениями присмотрит наша «Аквадуся». Разработка и производство — иностранное предприятие «Лессервис», Минск, Беларусь. Патент РФ на изобретение номер 233-1189 от 17.05.2006 года.